Напружаная ситуация склалася на державной мяжи у литовском направлении. Когда международного пункта пропуску «Привалка» у чакання уезду на сумежную с Беларусью территорию находится около 3000 великогрузов. Треба отзначить, что после худкого проходжения всех контрольных служб на белорусском боку перевозчикам доводится чекать уезду у Литву больше за 4 годины. Ранее белорусские службы информовали водителей об обновлении литовским боком программных продуктов на мяжи. Процесс повинен был быть завершен до 13.00 8 лютого. Однако этого не отбылось, из-за чего скопились великогрузы на мяжи. Об терминах обновления працы программных продуктов с умежным боком не поведомляется. По сегодняшний день функционирование программных продуктов с определенной стороной не восстановлено. Оформление транспортных средств происходит в ручном режиме. В настоящее время литовской стороной нормы по оформлению транспортных средств выполняются только на 45%. Белорусской стороной принимаются все максимальные меры, направленные на максимальное оформление транспортных потоков, следующих через границу. Нормы выполняются в полном объеме двусторонних соглашений.